Заседание провел председатель территориальной депутатской группы Геннадий Глазырин. В первую очередь обсудили финансовые вопросы. Будут внесены изменения в бюджет города 2016 года в связи с поступлением средств. А это 175 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов на переселение сочинцев из аварийного жилья в рамках 185-го федерального закона. Говорили о правилах землепользования и застройки на курорте. Поддержали депутаты передачу 4-й горбольницы и 4 стоматологических поликлиник в собственность Краснодарского края. В связи с этим учреждения здравоохранения будут находиться на краевом финансировании. На качество предоставляемых медицинских услуг это никак не повлияет. Отклонили народные избранники просьбу Управления по образованию и науке передать станцию юных техников для склада некоммерческой организации стандарта социального питания. По мнению участников заседания территориальной депутатской группы Центрального района, дети не должны лишаться возможности получать дополнительное образование. Речь зашла и о так называемых шефах, которые не в полном объеме выделяют средства на ремонт сочинских школ. По мнению депутатов, необходимо предусматривать деньги на ремонт учреждений образования при формировании бюджета на следующий год. Также они поддержали обращение жителей микрорайона КСМ по вопросу установления уличных тренажеров.